Улица Полка Нормандии-Неман. Этот участок дороги в 600 метров между 14-м почтовым отделением и северным аэродромом не ремонтировали больше 20 лет, пока в 2021 году на баланс трассу не взяла администрация города. К тому моменту здесь трудом можно было пройти и проехать. Она была частью в переходном исполнении, и потом были уже плиты. Понятно, что вызывало нарекания у жителей. Когда мы проект только начинали делать, у нас была задача сделать дорогу максимально комфортной, то есть максимально эффективно сделать и дорожную часть, и, конечно, сделать тротуар, который отсутствовал, для удобства перемещения и пешеходов в том числе. Бетонные плиты были серьезно изношены, перекошены. Подрядчик принял решение уложить не просто асфальтобетон, а асфальтогранулобетонную смесь. Асфальтобетонная крошка, которая фрезеруется на городских улицах, добавляется цемент, песок и развозится также самосвалами, укладывается под укладчик. Здесь мы применили систему 3D, то есть укладчик, оборудованный 3D, который сам автоматически, в автоматическом режиме создает уклоны, необходимые для водоотвода. И следом потом идут катки, укатывают. И через день-два нужно уже закрывать асфальтом. Такую смесь уже больше 10 лет укладывают на федеральных трассах. В городе Иваново впервые. Покрытие обходится дешевле и служит дольше. В среду подрядчики формировали газон по технологии гидропосева. Теперь семена точно взойдут, защищены от птиц. Кроме тротуара, здесь оборудовали парковки на 40 машиномест. Всего в этом году в Иванове планируют отремонтировать 49 участков дорог. Сейчас активные работы идут на половине объектов. На некоторых улицах ремонт изначально делать не хотели, но их удалось внести в план. Добавили недавно революционную с Арментовой. Всех сделаем в этом году. Но есть такие улицы, которые давно ремонт требовался. Они, может быть, не с такой интенсивностью автомобилей, но все равно важно же. Правильно? То все-таки аэродром, и люди живут все-таки. И работают. В этом году в городе также реконструируют часть Лежневской улицы. Построят дорогу, ведущую ко дворцу водных видов спорта. Тем самым соединят улицу Первую Ушакова со складским переулком. В области в данный момент активные работы ведут на 31 участке дорог. Продолжается также ремонт мостов через Волгу в районе Кинешмы, через Палешку в Палехском районе и через Увать в Комсомольском районе. Марина Зенина, Денис Жельзов, телекомпания «Барс».